Продолжаем, друзья, с вами по-прежнему студия UCC, у микрофона по-прежнему Павел Тол-Григорьев, и мы переходим на третью решающую карту противостояния SG Gaming и Team Unique. Напоминаю, что обе команды в рамках данного турнира идут со счетом 2-2, соответственно, матч решающий, как в хорошем, так и в плохом смысле, то есть победитель выходит в плей-офф, а вот проигравшая команда покидает данный турнир. Ну и на первых двух картах нешуточное противостояние было. Потому что Team Unique забрали вражеский пик карту до Вертига со счетом 16-13. Далее 16-14 все-таки SG забрали Денюк карту, которую выбрали Team Unique. Хотя изначально вот много разговоров о том и шло, что стартовые карты, как и третья, комфортны обеим командам. Ну и вот сейчас The Train, карта, на которой чисто исторически SG Gaming частенько показывали жар. Еще старым составом они могли частенько здесь зажечь. Ну а Team Unique довольно часто эту карту играют как такой вот десайдер против команд, которые не хотят ее черкать. А потом вынуждены играть ее против Team Unique. И в основном проигрывают, потому что за 7 карт Team Unique проиграли Dead Train всего дважды. Командам Адвокатчик и Аристокраси. Выигрывали у Просто, выигрывали у Копинга Геймфлеймс, обыгрывали Испаду и Пакт. Также выигрывали у Джипалина на овертаймах. У самих же SG 12 сыгранных трейнов, 50 на 50 статистика атаки и защиты. Последние пару трейнов они проиграли команде Висла Краков и Unicorns of Love. Но зато обыгрывали Hard Legion, это бывший Dream Eaters, между прочим. Короче говоря, на трейне нас ожидает зрелище. Кто победит, ребят, как вы думаете? Кто окажется сильнее? Нерешительный живой раунд прям. Но все-таки, видимо, Team Unique будут выходить из него. Хотя подождите, Арвид может потащить. 1-3 на ножах. Да, он был фуловым, все были битыми, но все же это эйс на ножах от Арвида. Эйс. И, естественно, финны будут начинать в защите. Я же вам напомню, что Lootbet предлагает вам ладдер, где вы можете зарабатывать крутые девайсы производства компании Apple. Это и iPhone, и Apple Watch, и наушники от Apple, и все прочее. Плюс еще и 10 тысяч евро будут разделены между вами. Все очень просто. Каждую неделю проходит этот ладдер, и лучшие в плане статистики ставок забирают самые крутые призы. Поэтому проходите по баннеру по трансляции, по ссылке в чате и участвуйте. А мы же будем начинать просмотр матча. Наверное, даже продолжать просмотр матча и начинать просмотр карты The Train, десайдера между SG Gaming и Team Unique. С китами и смоком играет Ксарте, а там раскид на трех игроках у Team Unique. Это какой-то супер крутой план от СНГ коллектива. Возможно, две волны раскида будут давать. Ох, джампи! Ох, джампи. Одного, второго. Могло быть и хуже, ребят. Потому что тут джампи мог всех четверых уничтожить. Но он забрал двух из трех игроков, у которых был раскид. Да, там подобран смачок. Один смачок дали и два подобрали. Но все же. Минус Феня. И это 2 в 4 для Team Unique уже. И вот ты думаешь в основном, что тебе в спину никто не зайдет на пистолетном раунде. Это риск, который не оправдан. С юспом лезть на глоки никто не станет. Но Седикс просто сажает на перо Робина, а дальше хедшот дает Зорте. Это что-то нереальное. Жестко. Седикс дал фраг по верхней. Далее вышел, просто зарезал игрока на бомбе. Заработал кучу денег. Да и, я думаю, Team Unique после этого раунда, ну, были немножечко обескуражены произошедшим. 4 ФАМАСа и одну лишемку на Седиксе, который заработал себе $1500 за убийство игрока. Вообще, получается, он заработал 200 аж за килл в прошлом раунде. Вот он играет СНК, остальные с ФАМАСами. Ну, а тут маг 10 для полта, остальные играют на диглах. На зелени Зорте. Кстати, он был близок к тому, чтобы дать минус.
Но, видимо... Видимо, решил очень осторожно сыграть на данной позиции Ксарты. Смог дал, а Е даже не стал давать. Раньше времени встречает он Феню. Забирает его, остается на 5 хп, но тут тиммейт, если что, могут ему помочь. Олд ждет аркаду из-под Б. Там играет один лишь Седикс, поэтому идти в эту аркаду он явно не намерен. Можно было выйти и поймать соперника на релоуде. Решили подсадиться в итоге только на тополе. И сейчас знает команда обороны, что два игрока находятся на зелени 100%. Их нужно просто дождаться и убрать. Все, пошел выход. Тюменик. За зеленый вагон уже проходит постепенно атака. Робин уже здесь. Потерял двух тиммейтов. Зорд успел дать фраг. Какой разворот от Робина. Правда, 13 хп всего у него осталось. Сейчас у него же бомба. Поэтому потерять ее где-то там на сэндвиче, естественно, не хотелось бы. Залез на зеленый вагон. Тиммейт выходит из мейна. Робин. Нет, все же не смог закрыть Седикса. Тот дает свой килл. Ну и есть, конечно, пара потерь. Там все остались... У финнов красными, но раунд все-таки Тюменик взять не смогли. А ведь вложили они в него все свои деньги. Поэтому сейчас придется экономить. При этом Полт тратит практически 1500 на покупку дигла и первого армора. Также диглы есть у трех его тиммейтов, только Робин оставляет деньги. Очень затратный раунд от Тюменик. На зелень бежит. Два игрока атаки к ним. Поначалу приближался Паша Нож, но развернулся, видимо, в другом направлении. Решил действовать. У Полта есть контакт, плюс его пушат. Там скоро поднимется Седикс с МП9. Седикс дает фраг по Полту. Далее забирает Эрвит Пашу Ножа. Очень ловко здесь разыграли финны. И, в общем-то, Тюменик лишились даже, наверное, не половины карты, а 70% карты. Эрвит минус Робин. Феня остается на 5 хп, и вот эта пара на зелени сейчас будет уничтожена. Один, второй фраг. Без килла остался только Харон. Но зато ему досталась бесплатная эмка от тиммейта. Ну и третий для SG. На этот раз вообще без проблем, без потерь, так еще и с фармом. Но тут Team Unique закупаются в 2 СГ и 3 АК-47. Но лучше, конечно, начинать раунды брать прямо сейчас. Прямо с данного момента. С первого же девайсного раунда, чтобы сопернику не давать финансово разгоняться. Взять сейчас там 2-3 и как-то выйти на более-менее комфортный счет. Но при этом, если они этот раунд не возьмут, еще, конечно, ничего категоричного не произойдет. Ох, какой пуш от Ксарты! Правда, ни один патрон по спине Робину он не смог отправить, но было близко. АЕ под Феню, но сняли ему только 6 хп. Десантура полетела на точку Б. Ксарта есть первый минус, второй дает уже Седикс. И тут же вверх зачищает все тот же Ксарта. Справляется Полт, конечно, с соперником. Так, ребята, тут можно растащить на самом деле. Но остался только один Полт. Покуда был жив Робин, были шансы. Тут, конечно, уже его секунды были сочтены. СГ и АК-47 сохраняют финны. Но вот эти 2 в 2 были главной надеждой команды Юник. Потому что из ситуации 2 в 5 они внезапно остались 2 в 2. Но тут уже было слишком сложно. Вышел Арвит и похоронил двух оставшихся игроков атаки. Вновь без денег остается Team Unique. Вновь не стояла бомба. И вновь они закупаются. Тратят довольно много денег. 1200 у Паши Ножа. Полк играет на 1,5К. Зато у всех есть арморы. И даже Галил имеется. Ох. Попадание было джампе, правда. Тоже непонятно с чего. С мака 10-го, с глока. В джампе еще 63 хп. Феня с дигла не удается перестрелять соперника. Смоком Ксарта закрывает выход с зелени. Ну и играет он здесь не один. Стоит понимать, что Харон в любой момент к нему подключится. Если возникнет необходимость, то джампи может тоже перекинуться. Джампи уже зашел в сотню.
Там, правда, Седекса забирает Паша Нож на точке Б и десантируется уже в сайт. И только сейчас сюда приходит Эрвит. Паша Нож уже проходит очень глубоко. Он играет за нефть. Его могут найти в любой момент. Но есть минус от Джампи. Правда, бомба уже пошла на точку Б, а Джампи погибает. Эрвит забирает Паша Ножа. И на точку Б уже начинается такой вот стандартный полноценный выход при ситуации 3 в 3. Правда, Робин с бомбой не может пройти до сайта. Флешка полетела и останется в блайнде. Возможно, Робин... Нет, спиной сидел он к этому смоку. Минус Робин. В большинство выходит СД. 37 секунд. Ой, как же плохо тут было у Эрвида. Но минус Зорте 5-0. КД 5, кстати, было у Эрвида. Даже 6 после килла по Робину. Так, АВП для Зорта, 3 АК-47 плюс СГ. Все-таки решили с Авиком поиграть, наконец, Team Unique. Паузу поставили. Ну и нужно сейчас грамотно распределить девайсы, грамотно распределить игроков. Скорее всего, Team Unique в очередной раз как-то быстро действовать не будут. И поконтролят карту. И мы понимаем, что против SJ Gaming контроль карты... Это, наверное, самое правильное решение, по крайней мере, на старт. Трейна, потому что мы видим, как SJ Gaming по всем фронтам постоянно находится в аркаде. У нас и Зелим пушилась от Ксарты. Пушилась из-под Б. Там Седикс проходил с Эрвидом, который поднимался сверх низа. А, заходили в сотню. То есть, что они не пушили? Они, может быть, только через верх не открывались. Там вот это, знаете, когда снайпер выходит на котлы в попытке дать энтрифраг. Вот только этого не было. Все остальные позиции SJ Gaming хотя бы раз, но продавили. Ну вот и посмотрим. Team Unique, второй бай и вторая попытка взять все-таки раунд. Лучше бы, наверное, все же начать с энтрифрага, который мог бы обеспечить Зорта, но лишили его такой возможности. Так, у Седикса было открытие под точкой Б, он тоже отошел, там Эрвит играет сверху. Ну и он со своей позиции тоже, скорее всего, будет уходить. АЕ под Робина очень неприятная. Там верхнизи, кстати говоря, находится Полт. Полт никак не мог разменять тиммейта. Там смог лежит вверх низи. Вот оно что. АЕ под Зорте. У него только 68 хп. Да, на электрике есть игрок. И да, по нему есть инфа сейчас у команды атаки. Но это минус Зорте. В сотне не остается ни одного игрока. Там бомба лежит недалеко. За ней, скорее всего, как-то Фени придется идти. А сейчас вот как бы встали на контроль карты, можно сказать, Юник. У них на каждой точке было по игроку. Но два игрока погибли, вообще ничего не успев сделать. На зелени килл дать Феня тоже не сумел. Да, есть урон, но урон — это недостаточный результат. Паша, открытие. Тут два игрока. Забирает первого, второго сгоняет с буста. За бомбой пришел пол. Ну и там полезно. Сайт Паша Нож. Инта по-прежнему в большинстве. Сарта может просто не выпустить Феню зелени. И на этом раунд будет закрыт для атаки. Паша, есть минус. Тут же Феня забирает к Сарте и остаются вдвоем SJ Gaming. У Джампи, правда, хорошая позиция. Он успевает даже забрать Пашу Ножа перед смертью. Эрвит остается 1 в 2. 10 секунд на таймере. Бомба будет ставиться в ближайшее время под прикрытием. Феня, но Феня красный. И все-таки раунд забирают Team Unique. 12 хп у Фени, 6 хп у Полта. Но раунд достается именно им. И это были 5 в 3. 5 в 3 до килла от Паши Ножа. Которые, казалось, Team Unique маловероятно смогут взять. Но вот все-таки потащили. Плюс выжил это два игрока, даже а не один. Это какой-никакой финансовый небольшой буст. И что касается финансов, у защиты тут уже все плохо. Два ФАМАСа — это Седикс и Ксарте. Лишь две эмки — это Харон и Эрвит. Ну, Джампи играет на АВП. И пауза. Интересно, от кого, опять же. Вообще, паузы, на самом деле, нежелательны в данном матче, потому что далее у нас будет противостояние на данном же канале. Все так же в рамках Lot Bet Season 5. И все так же команда играет со счетом 2-2. Там будет игра Nordavind против Heretics.
Матч точно так же будет на вылет и за выход в плей-офф. Вот там прям совсем все непонятно. Абсолютный 50 на 50. Все зависит от того, в какой форме коллективы придут к матчу. Там тоже будет интересно. Если в этом-то матче, где у нас был явный фаворит команды SG, но мы говорили о том, что это 50 на 50, и обе команды могут забрать Best of 3, в том числе и 2-0, то там даже сложно сказать. Там может как все легко закончиться в пользу одних или других, так и быть. Настолько же потно, как и здесь, в этом Best of 3. Да, пока счет 5-1, но Team Unique сейчас могут выиграть и этот раунд, оставить SG без денег и далее добраться уже до более-менее равного счета. Пене уже досталось на раннем тайминге, как и Арвиду. Арвид знает, что в верхнизе есть игрок, но Паш ножа забрать не сумел. Хотя тот, казалось бы, был в блайнде. Возможно, был не в полном, а возможно, просто залетел. Но как ни крути, фраг есть от Паши ножа. Правда, он погиб от Харона. Полетел выход на точку Б. Седикс играет за нефтью, есть от него фраг, и даже второго практически смог забрать. Он убивает, казалось бы, уйти за нефть, но Робин его догнал. Ставит бомбу. Робин не побоялся, будучи красным, бежать с глоком в руках, пытаться дать минус. 3 в 3, есть киты у Джампи, но вот гранат на ретейк у SJ Gaming практически нет. Одна лишь флешка. Все у того же Джампи на руках, но он находит минус по пункту, пытается Зорты нашивать в смоки. Поехали, у него прилетает, 23 хп всего у Зорты, он остался 1 в 3. Первый фраг дал по Ксарте. Отступает. Но понимаешь, что сверху играть ему просто не позволит. Не успевает отреагировать на мув от Харона. И раунд остается команде из Финляндии. Бомба дефьюзится. Харон может подобрать второй авик, кстати. Второй авик брать не стали. Остались с СГ. Made for live betting. 6-1. Но Team Unique поставили перед собой главную задачу — набрать там хотя бы 5-6 раундов и будут бороться до последнего. Очередной бай от них видим, и бай в очередной раз хороший. Тут есть необходимые гранаты у каждого игрока. У каждого есть отличные девайсы. Ну и плюс, понятное дело, что у SG Gaming постоянно умирает большое количество игроков. И естественно, у них не может быть полноценного бая каждый раунд. Всегда не хватает гранат, всегда кто-то играет с ФАМАСом или МП-9 и так далее. Ой-ой-ой-ой-ой, Паша нож, 10 хп. Пытается бомбу поставить там вот на краешке, на дефолте запрыгнул. Его должны в итоге забрать, его никто не видит, неужели? Эрвида забрали, тут успел похоронить полта. Тут же Фени открывается по Харону. И втроем остается SG Gaming. Ксарта не ожидал, что так близко к нему подойдет соперник. Паша нож с одним хп находит два фрага. Промах от Джампи стоил ему жизни. Второй для Team Unique. Отличная работа от Паши Ножа и Фейн Вишеса. Ну и тут уже, скорее всего, бай будет от SJ. Потому что если поэкономят, то им 1900 дадут. И там на 3400 тот же Джампи или Харон закупиться не смогут. Да, это бай на все деньги. Так, есть контакт против Джампи. Ну, у того еще предостаточно здоровья для того, чтобы дальнейшие перестрелки продолжать. Эрви дает энтрифраг, правда, тут же полт. Размен находит. Парон, кстати, может заглянуть все на ту же позицию. Тут Джампи пушит. Втроем осталась защита. Вполне вероятно, вдвоем останутся в ближайшее время, потому что никуда не собираются отпускать Харона. Но Джампи открывается по спинам. Есть от него один фраг. Тут же залетает Харон. Второй фраг дает. Бомба лежит. И это 2 в 2. Напоминаю, бомбу подобрать сейчас возможности нормальной у Team Unique нет. Придется ждать. Но Зорте забирает Седикса. И это очень важно, потому что Харон, понятное дело, на бомбе. Понятное дело, что вдвоем там под размен должны сыграть парни из Team Unique. И его местоположение прекрасно.
Известно им было, но перестрелять Харона они не смогли. Трипл килл на форсе от Харона. Стоит команде юник раунда. Да. Ну и в очередной раз у SJ есть финансовые проблемы. Два игрока на фармилках. Сарта даже три игрока на фармилках. Но при этом и у Team Unique примерно та же ситуация. UMP и Mag 10. Но у них еще и по гранатам очень сильно урезан бай. Зажигательно прилетает болт. В данный момент продвигаться никак не может. Там еще и ХАЕ может прилететь в любой момент. Харон отправляет осколочную. Но урон там совсем мизерный. Пошел выход под раскид от команды Юник. Осталась только одна флешка у Паши ножа для дальнейшего продвижения. Харон, 53 хп. В принципе, столько же у Полта было. Осталось только 16. Бомба ставится. Может этому помешать Джампи. Открывается с пистолетом. И в последнюю долю секунды забирает Паша ножа. 4 в 4. Раунд продолжается. Минус Феня. И хорошее открытие от Джампи. Правда, не лучший флик он выдает. Там тимкил был от Робина. И в итоге погибают и Робин, и Полт. Какая-то бакханалия происходила в последние секунд 15-10 на точке А. Этот килл от Джампи. Потом его промах. Потом тимкил. Но счет 8-2. И Team Unique, как мы видим, делают попытку поэкономить. По 1000 долларов остается на трех игроках, на четырех даже. 2-300 у Фени. Гранат немало приобрели себе Team Unique. Так, Робин предусмотрительно приготовил смачок, чтобы подтушить под собой огонь. Подпрыгивают смоки. Как же тут жестко к Сарте. Проконтролил выпад через зелень. Бомба лежит у него же. И сейчас дайва будут пытаться додавить. Но там должны тиммейты хоть как-то разменяться. Хорошее открытие от Эрвида и Джампи. Все-таки забрали звено на зелень. И остается только Полт, которому информация есть. И Джампи его моментально забирает. 9-2. Парочка СГ, 3 АК-47. А Team Unique, 11 раундов за нами. Так, и на зелень бежит аж 3, аж 4, нет, все-таки 3 игрока. Атаки, Джампи, Аркада, его здесь ждут, к нему готовы. Флешка хорошая была. Джампи достаточно один раз нажать на ЛКМ и потом убегать. Даже если он не даст здесь минус, он, скорее всего, соберет информацию. Флешка соперника жестко задоджил. Далее под прикрытием тиммейта очень четко уходит. Здесь все сыграли очень четко финны. У Зорты практически никаких шансов не было. Смог найти какой-то размен, будет супер сложно. Тут даже урон нанести по Ксарте проблематично. Стандартный раскид на зелень. Паша нож открывается под флешку. Очень грамотно вдоль стены проходит. Ну и Ксарте вынужден был открываться. Есть, правда, минус по Паше ножу. Хорошее открытие от Седикса. Минус Фейн Вишес. Полт Робин остается вдвоем. Седикс просто продолжает напрягать Робина. Ждет, пока тиммейт подойдет на подмогу. Эрвит, вот он. Вот и фраг. И минус Полт. Очень просто раунды достаются команде SJ порой. Но здесь начало раунда именно было очень эффектным и эффективным от финнов. Под флешку открывался Джампи, задоджил вражескую флешку, дал фраг, ушел, а там смог. И флешка летит еще от тиммейта, которая прикрывает ему спину, чтобы там никакого размена, вот прям халявного в смоки даже не было. Посмотрите на бай от Team Unique. Три первых армора, смог плюс флешка у Финвишеса. Вложились полностью в девайсы здесь, СНГ коллектив. Посмотрим, это тоже может сработать. Да, конечно, с меньшей вероятностью, чем в случае наличия гранат. Тем более, что энтрифраг обеспечил уже Седикс. Эти миник остались вчетвером. А из гранат только один смог на Финвише. Все зато Робин и Паша нож открывают точку А, дают два фрага. Джампи, правда, отвечает. Теперь это 3 в 3. Харон.
хоронит Робина. И его тут же самого забирает под размен Паша Нож. Давай уже даблкил. Правда, очень как-то расходятся игроки атаки. И Сэдикс может между ними протиснуться и свести все к двум перестрелкам один на один. Вот первая. Тут бомб Плентера можно было забрать, но Сэдикс, возможно, даже не понял, что бомба ставится. Ну и сейчас его уже с тормоза будут принимать. Паша Нож, трипл килл. Отлично отработал Паша в этом раунде. КД единичка. Десять-три. В принципе, если смогут взять там, какие-нибудь 5 раундов в Team Unique в этой половине, ну, во второй, конечно, будет все не так плохо, как могло бы быть. Если учитывать, что шли они с учетом 10-2. Парочка фамасов, команда SJ. У Team Unique на этот раз бай на порядок лучше, чем у соперника, если учитывать общую картину, в том числе и гранаты. Оп, минус Паша Нож. Такой вот фраг от Эрви, да, просто на халяву в смоки. В принципе, игрок перед этими смоками, исполняющий для команды Unique, это уже далеко не что-то новое. Мы видели на этой позиции Робина и Феню. На этот раз это был Паша Нож. Ну вот, оставшись в меньшинстве, Team Unique пытались поначалу найти какой-то размен какого-нибудь загулявшего игрока. Все тщетно, все безуспешно. Но тут хотя бы, например, Робин избежал попутного урона в сотне, успевая отпрыгнуть от осколочной гранаты. Ну и зелем посматривает Ксарте. Мало вероятно, что он сможет дать здесь фраг. Зато это будет инфа, причем информация достаточно важная по таймингу. Его тиммейты смогут переключиться на прием зелени вместе с ним. Флешка хорошая прилетает под Феню, тут пока за вагоны проходит. 30 секунд у Team Unique для атаки. Хороший минус по Харону. Джампи тоже забирает Полта. Под флешку открытие от Робина. Но нужно за сайтом хотя бы одного игрока найти. Практически получилось. Эрви дает фраг, падает Сэдикс, далее джампер, разменивается Зорт, остается 1 в 3, слишком много соперников, слишком мало времени. 11-3, и тут 2 ВП у SJ Gaming, АК-47, плюс к этому всему они еще докупят пару штурмовых винтовок, скорее всего. Последний раунд половины. Появляются калаши. Галил для Робина. С диглом играет Зорка. Полетел вновь от финнов раскид в сотню, но на этот раз там у атаки никого нет. Только аккуратненько Робин стоял рядом. Так, Сарта может получиться не лучший тайминг для него. Если он будет продолжать скопиться. Пролетел один игрок. Он понял, что лучше отойти, потому что там его может контролить снайпер чисто теоретически. Ну, просто откинулся смоком и отошел. А Сэдикс пушит из-под Б. Видели мы от него уже 2 таких пуша эффективных. Но он пока слишком далеко не проходит. Остался на своей позиции. Может быть, даже дождется того же Полта. Нет, он все-таки решил двигаться. И сейчас будет выходить на Полта. Эту перестрелку обязательно должен выигрывать Полт. Тем временем минус Робин. Полт уже в верхнизе. Спустился за ним. По пятам идет Сэдикс. Минус джампи, размен от Ксарте. Пытаются по сотне работать с дистанции Паша Нож. Но как же отлично работает Ксарте с АВП. Сэдикс находит минус по полту, погибает и Паша Нож. 12-3. Абсолютная доминация от SJ Gaming в рамках первой половины. Да, это оборона на трене. То есть, да, ты выигрываешь ножи и комфортно себя чувствуешь. Как минимум, играя за оборону. Но в целом, вы обратите внимание хотя бы на количество фрагов. Тут самое последнее место команды SJ, Харон, Ксарте по 11 фрагов. Это буквально на единичку меньше, чем у Паши Ножа на первом месте у команды Unique. То есть тут даже частенько на определенных отрезках карты и киллы нормально давать не удавалось. То есть да, было много боевых раундов. Было много раундов, в которых у SJ Gaming толком-то никто не выживал. Но в большинстве случаев они все равно были с хорошим баем. Где-то кто-то с ФАМАСом, где-то кто-то с МП9. Но из-за того, что позиции соответствующие выбирались, это вообще никакой проблемой для них не становилось.
Смог флешка для Эрвида. P250 кому-то он дропнул. Да, Джампи играет с P250, остальные при арморах. Тут у обороны раскид есть. У Паши ножа, смоук и киты у Зорты. И под точку Б. С Джей Гейминг бегут очень быстро. Паша приготовил хае. Там трое, правда, через верх будут идти, поэтому хае его не всем урон нанесет, но должна какой-то урон 100% выдавать. Да, Рэд остался достаточно битым, но 2 на 3 фрага от Джампи было получено. Полт пришел, также два размена нашел. Минус Джампи, минус Ксарт и Харон забрал Полта, остаются только Фенни и Робин. Оба при арморах, оба фуловые, и оба имеют неплохие шансы на взятие раунда. Тем более, что труп Зорта где-то по пути, а у него киты. Смог прилетает на Зиг, ну и придется выпрыгивать в один момент Робину с данной позиции. Минус Феня, Робин. Робин отлично выскакивает, забирает корону Арвид, остается один на один против Садикса, пытается его задавить. Практически получается это сделать. ТНТ, 1 в 3, и с мака выходишь. Мало шансов в любом случае в таком раунде какое-то чудо произвести, но попытка была неплохой. Вот он выпад на 2 просто невероятных фрага. Ну и бай в пару маков. 3 АК-47 от SJ Gaming. Тут у Team Unique 3 MP9. Мак 7 без армора на Паше ноже. И Зорта играет со скаутом. Дистанция Джампер отбирается. Казалось бы, Зорта, но сам остается на 30 хп. Все-таки скаут делал такое. Арвид также остается на 30 хп, но Робина просто переезжает. Садик, Садик, сможешь себе позволить быстро выбегать? У него еще полный стек здоровья. Тут же 3 фрага по точке А дает команда атаки. Ну и Паша нож без армора со скаутом решает сменить позицию. Ну а может быть как-то у Фени. Нет, ничего не удастся. 14-3, Team Unique без денег. Дигл, 5-7. Ну, в общем-то, скорее всего, увидим экономический раунд с несколькими пистолетами. Попытаются оттолкнуться от дробовика на Паше ноже, который вновь потратил кучу денег, купил хае, купил МАК-7. Вероятно, будет один играть под Б и пытаться удерживать атаку. Пока действительно только Паша нож играет на Б. Хорошее открытие под флешку, идеальную. Все-таки добивает Зорта оппонента. За девайсом выехать не удается, но Робин находит минус Парвида и только один фраг от атаки. Это минус от Седикса, которым он забрал Робина. Проходит пока за вагонами. Седикс знает, что на тормозах есть игрок от обороны. Также он понимает, что на зелени был еще один. Это должен быть легкий минус для Садикса. Не ожидал Полт, что уже за смоком будет его соперник. Феня эту информацию никак собрать не мог. Тут же Харон по Фене открытие. Уверенный минус. Тут же падает из Зорта. Остается только Паша нож. Как раз таки опорник точки Б. А в руках лишь МАК-7. Ну это очень, конечно, оптимистично с такой дистанции стрелять с дробовика. Но счет как ни крути 15-3. АВП для Джампи, остальные будут на АК-47 плюс МАК-10 у Ксарте. Ну а Team Unique закупаются с АУГами, кемками, Зорте, даже с АВП. Ну и Паша нож с МП-9. Он на этот раз не один под точкой Б, там с ним исполняет Зорта. Через верх открывается он, Робин за вагонами работает на сэндвиче. Мог бы найти энтрифраг, но какой тайминг вышел! Какой неудачный тайминг Арвид дает. 2 открывающих фрага по точке А. Бомба постепенно выходит. Феня погибает. Зорте и Паша нож остаются вдвоем. Но Паша подобрал АУК. И тут же его потерял. Зорте просто заходит в огонь. Гори, но не сгорай. Гори, чтобы светить. Легчайшая победа для команды из Финляндии. На карте The Tram первые 2 карты оставили ощущение, что на третьей будет просто нереальный замес, невероятный, супер жаркий, но вот по сути своей оказалось все очень просто для финнов. Ну и 2-1, финны проходят в плей-офф. Team Unique нас, к сожалению, покидают, долго затягивать не буду, потому что уже 10 минут назад должен был начаться матч между Nordavind и коллективом
и коллективом Heretics. Так что скоро мы перелетим уже в то Best of 3. Вы же, друзья, не забывайте, что Лотбет подарил вам ладдер, на котором вы можете делать свои ставки, плюс еще зарабатывать крутые призы. Это девайсы производства компании Apple, ну а также 10 тысяч евро, которые будут разделены между вами еженедельно. Проходит ладдер, поэтому проходите по баннеру под трансляцией, ссылки в чате, и участвуйте. Забирайте крутейшие призы. Мы же вернемся с матчем Nordavind против команды Heretics уже через несколько минут. For live betting.